Так что, друзья, сегодня будете с нами. Огромное количество рецептов, это раз. Плюс к нам придет специальный фотограф, который специализируется на фотографировании еды. Поговорим о том, как заставить позировать вашу картошку и макароны. Вид у меня все глупее и глупее становится с каждой секундой. Вот. Имин, как вот давай к образу Пушкина вернемся ненадолго. Как долго гримируешься? Ведь ты же совсем не похож на Пушкина в обычной жизни. Так, сам чем 80-е занимался? Где выступали? Какие вот главные концертные площадки 80-х годов в Липецке? Это не так легко, как кажется со стороны. Друзья, если никогда не пытались играть на тромбоне... Не пытайтесь. Да, это не так весело, как кажется. Ввиду того, что в последнее время закрыли самые популярные направления, такие как Турция и Египет, ну и, собственно, кризис сказывается, денег особо нет, поэтому мы развиваем местный событийный туризм. Сегодня я в городе Тамбове, сегодня здесь замечательный праздник, день открытия фонтанов. Самое главное, что по легенде в Китае именно эта собака принадлежала когда-то Будде. Так что считайте себя Буддой, хотите найти просветление в жизни, заводите себе тибетского мастифа, и будет вам счастье. Это был Олег Радивилов, все, пока. На прошедших выходных я побывал в городе Данков. И что меня больше всего удивило, спросите вы, а я вам отвечу, тротуарная плитка. Вот, друзья, это тротуарная плитка из города Данков. Прям сразу поднимается настроение. Мы с вами едем по направлению в Мичуринск. Ну и пока едем, расскажу вам историю села Преображеновка. В 17 веке на территории нынешнего села появилась монастырская пустынь. Вокруг нее начал складываться поселение, в скором времени был построен храм Преображеновский. Мы наконец-таки встретили официальное лицо, это глава администрации села Преображеновка. Здравствуйте, Анатолий Анатольевич. Здравствуйте. Это Велотур, меня зовут Олег. Пойдемте, да, немножко погуляем. Давайте. Здравствуйте, Анна Николаевна. Здравствуйте. Слушайте, ваш председатель послал нас к вам. Говорит, у вас есть печка русская. Да вот она, эта печка мучает. Все, ко мне идут снимать ее, да снимать. Друзья, начали мы наше путешествие на главной площади города Липецка, а заканчиваем его на маленькой тихой улице замечательного русского села. Будут еще путешествия, будет еще велотур. Поехали дальше.